Я приветствую всех. Мы сейчас начинаем записывать второй урок. Это параллельная паркировка. Вот за рулем сидит у нас мой помощник Руслан. Всем привет, Руслан. И вот начинаем, вот посмотрите. У нас есть такая вариант. Мы должны автомобиль поставить на паркировку. Это называется параллельная паркировка. Начинаем из туда. И вот начнем. Значит так, Руслан будет исполняться, а я буду показывать вам, как это все делается. Руль берем, один круг налево. Посмотрите. Один круг делаем налево. И сдаем назад машину. Вот посмотрите, мы держим один круг налево и даем назад. Смотрите, как открывается борт прицепа. Стоп! Я говорю потому, чтобы вы посмотрели, что делается. Значит так, мы открыли борт прицепа. И сейчас руль берем два раза на меня. Один раз выпрямляется, и второй в сторону прицепа. Обратите внимание, сейчас наше внимание переходит на указатель габарита, который есть сзади прицепа. Посмотрите. Наше внимание переходит указатель габарита и доходим до пунктирной линии. Довозим машину до пунктирной линии. Вот обратите внимание. Вот, стоп. Хорошо. Мы дошли до пунктирной линии. Вы обратите внимание. И сейчас делаем чего? Крутим руль полностью в сторону прицепа. Вот так. И начинаем ломать вторую сторону прицепа. Вот, заезжаем и начинаем ломать. Мы переходим туда, на второй стороне. Вот, посмотрите, пожалуйста. И начинаем ломать. Видите? У нас уже прицеп видно. Вот мы открыли борт. И откроем то же самое, что было там открыто. Направо мы открываем то же самое налево. Вот, посмотрите. Вот еще. Немножко добавляем, Руслан, да? Вот так, стоп. Хорошо. Открыли так. И выровняем руль. Вот. Да. Вот есть зеркало, которое можно посмотреть, колесо, оно ровно стоит или нет. Да, спасибо. Значит так, выпрямляем руль и прямой рулем даем сзади, ну, приблизительно 1 метр, чтобы наш мост автомобиля дошла поближе пунктирной линии. Вот так. Стоп. Да. Вот в том числе происходит так, что прицеп проходит, ну, чуть-чуть на прямой линии, а вот наш автомобиль доходит близко к пунктирной линии. Вот посмотрим сейчас на той стороне. Вот посмотрите, поближе подошла, а прицеп пошла чуть не прямой назад. Сейчас мы начинаем крутить еще руль в сторону прицепа, всегда и до конца. Вот посмотрите, всегда и до конца начинаем крутить. Руль крутить в сторону прицепа и начинаем движение. И мы выпрямляем машину и прицеп на одну линию. Вытягиваем. Посмотрите. Ну, вот видите. Мы вытягиваем. Стоп. Хорошо. На одну линию вытягивали прицеп и машину. Смотрите, да? Выпрямляем руль. Прямой руль. Извините. Прямой руль. Вот, посмотрите. Он сдержал прямой руль. И даем опять назад. Сейчас наше внимание переходит в указатель габарита. Она должна довести меня до второй линии. Это не... Вот посмотрите. Вот так. Хорошо. Мы его поставили до второй линии. И остановился Руслан. И вот сейчас что будем делать. Значит так, у нас посмотрим в зеркало и будем крутить руль на той стороне, где больше видно прицеп. У нас сейчас больше видно прицеп на этой стороне. Крути руль до конца. Вот так вот. И сейчас мы поднимаем и ломаем на второй стороне опять. Посмотрите, пожалуйста. Ориентируемся вот сюда. Вот мы ломаем и стоп. Поломали, видите? Она открылась нас чуть-чуть.
потому что тогда было у нас больше, а сейчас чуть-чуть мы подъезжаем ближе пунктирного линии, и у нас получается, что мы должны открываться мало, чем было первый раз. Выпрямляем руль. Правильно я говорю, выпрямляю руль? Да. Извините, я немножко... Да, делаем руль прямо. И вот так что делаем сейчас. Даем назад прямой рулем. Вот посмотрите, что там сзади происходит в том случае. Посмотрите. Прицеп вот так. Немножко даем. Где-то приблизительно на полметра. Смотрите. Вот наше колесо приближается на пунктирной линии. Вот так хорошо. Сейчас мы подъехали. И еще. Сейчас он берет сторону прицепа. А сторона прицепа, у нас прицеп находится на левом стороне. И вытягиваем машину. Опять выпрямляем машину и прицеп. Посмотрите. Опа! Хорошо. Значит так, мы сейчас должны опять габарит поставить на линии. Второй линии. Смотрим указатель габарита. Выпрямляем руль и указатель габарита довезем до... До линии. Вот так вот. И посмотрим. И продолжаем. Вставляем сзади колесо прицепа на пунктирной линии. Вставляем. Стоп. Все. Мы вот так, ребята, мы поставили сейчас сзади колесо. Так, на пунктирной линии, чтобы она, когда будем заезжать с этим колесом на пунктирной линии, чтобы она не ушла туда, в смысле направо, чтобы не ушла. Мы постарались, чтобы войти туда еще глубже, а сейчас начнем другой маневр. Посмотрите сейчас. Опять тот же самый маневр начнем. Вот. Сейчас будет Руслан крутить руль в сторону прицепа. До конца, всегда крутим до конца, чтобы машина не поехала больше, часто. Давайте ломаем. Вот так. Поломали. Все, стоп. Видите так? Поломали. Она сейчас целится на третий столбик. Наше колесо. Вот сейчас мы поправляем руль. И прямой рулем вставляем наш сзади колесо. Колесо машины. На пунктирной линии вставляем. Вот посмотрите. Вставляем колесо. Потому что у нас поставлено было колесо прицепа. Стоп. И вот так поставили. И вот смотрите. Она никуда не переехал. И ни сзади не переехал. И начинаем сейчас ставить передний передок. Он берет сторону прицепа. Прицеп у нас видно сейчас в левой стороне. И старается вот прямо. Вот посмотрите. Прямо старается поставить на колесо на линии. Давайте еще. И еще стоп. Оп, не надо ломаться. Вот так, равняем сейчас руль, держим прямо. И вот посмотрите, машина стоит именно на линии. Вот посмотрите, на линии стоит все. Вот.